Врачи республиканского кардиологического диспансера могут за один день выявить нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. С помощью суточного мониторинга электрокардиограммы и дополнительного оборудования они проводят раннюю диагностику. Ее уже прошли порядка 100 человек, большинство пациентов – жители районов республики. Устройство приобрел целевой фонд будущих поколений. Он проводит большую работу в области медицины и здравоохранения. Это оборудование позволяет выявлять заболевания сердца на более ранних стадиях. Ранняя диагностика именно вот около 100-200, мы сейчас будем достигать цифры 200 в год. Это позволит, естественно, сохранить жизнь наших людей, наших якутян. В этом большая заслуга помогает именно в оснащении оборудованием, подготовке кадров, целевой фонд будущих поколений. Мы ему очень благодарны.